Сегодня в программе. Сначала было все нормально, то есть там самый веселый свидетель был, кто кого перетанцует, ну, по стандарту, то есть ничего такого не было. Но когда он уже начал переходить все рамки и выбирать самую красивую невесту, вы уж, конечно, извините, но никто не будет этого терпеть. Свадьба без драки, как еда без соли. Хозяин ресторана как нарочно разместил в одном зале ресторана две свадьбы и получил эпическое сражение. Разгоряченные войны бились даже дверями. Кто за это будет платить, решит суд. Наши все сотрудники обучены, когда есть что-либо такое... Подождите, дайте мне, пожалуйста, а люди погибли. Супружеская пара погибла во время схода лавины. Можно ли было предотвратить их смерть? Что делать пенсионерам, которые потеряли единственного сына? Заставят ли они турфирму заплатить за халатность? Почему вообще я здесь должен находиться? Меня эти овощи не парят глубоко. Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственность. Вы не понимаете, что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. Квартиранты пользовались частным домом и землей 6 лет. Выращивали овощи, которыми питались всю зиму. Что делать, если посредине лета хозяйка продала дом? Как оценить труд и с кого получить стоимость урожая? Истец требует возмещения материального ущерба, возникшего в результате массовой драки на свадьбе. Ответчики с иском не согласны. Считают, что драка была спровоцирована работником ресторана. Прошу всех встать! Прошу садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску о возмещении материального ущерба, возникшего в результате массовой драки на свадьбе в размере 150 тысяч рублей. Истец Погосян Давид Гургенович, ответчики Ситников Андрей Григорьевич и Калинин Борис Артемович. Так, истец, пожалуйста, объясните нам, на чем вы основываете свои исковые требования и обстоятельства иска. Ваша вот честь. Сейчас и поговорим, наконец-то. Ответчик, я вам слово давал. Извиняюсь. Ваша честь, эти двое, два жениха, устроили просто ужасную драку в моем ресторане. У меня в ресторане два зала, и вот два ответчика сняли по одному залу на свою свадьбу. И накануне свадьбы, прямо в ночь... Один из залов залило горячей водой. И просто там нельзя было гулять, все было в воде, потоплено. Я позвонил им обоим и предложил кому-то отказаться от услуг. Предложил? Да, я предложил. Я предлагал. Или ты поставил перед фактом? Я предлагал им вернуть деньги, я предлагал им за то, что они арендовали у меня зал. Они оба отказались, но я понимаю, это был прям канун свадьбы. Тогда вы договор предварительно заключали? Конечно, мы все заключили, я готов был по договору все Передайте, разместить. Передайте, пожалуйста, через судебный пристав договор. Пожалуйста. Так вот, и мы договорились со всеми, пришли к обоюдному согласию сыграть две свадьбы в одном зале. Зал у меня большой, мы расставили столики по разным столам зала, и вроде бы все должно было пройти хорошо. Когда... Вашу честь могу сказать? Подожди. Нет, пока не можете. Непосредственно в момент свадьбы я сам присутствовал там, я встретил всех гостей, рассадил, убедился, что все вроде Чё бы... Что ты врешь-то? Что ты врешь? Хорошо. Ты свалил в первые две минуты. Я делаю вам замечание, отвечу. В следующий раз оштрафую. Либо будете порядок судебного заседания соблюдать, либо пополнять бюджет государства. Продолжайте, истец. Так вот, я убедился, что все пришли, все расселись по местам, и я уехал, да, действительно, по своим делам. Но у меня в ресторане осталось несколько официанток, повара. Вот. И спустя где-то часа 3-4 мне позвонила официантка, вся в слезах, кричала, я слышал шум. Она говорит, здесь ужасная драка, гости дерутся стенку на стенку. Вот, кстати, предметы с моего ресторана, все было разбито, стаканы, стены в соках. Они дрались стульями. Один я видел, даже когда я уже лично приехал в ресторан, я сразу сорвался, приехал. Один из их гостей, он разбил головой дверь в туалете, а дверь была очень классная. Этот один, из красного дерева дверь делал мой друг ее.
Так вот, он разбил дверь, и он снял оставшуюся часть двери и начал этой дверью гонять всех гостей по залу. Ты знаешь, что ты делал? Ты знаешь, что ты делал? Этой дверью бил по столу. Это твой рабочий, это тамада. Это тигран был. Штраф 1000 рублей обоим ответчикам. У вас ущерб зафиксирован? Конечно, я уже вот сделал смету, у меня проводится передайте работа. Передайте через судебную приставу, пожалуйста. Так по каким причинам драка произошла? Пожалуйста, ответчик. Здравствуйте, Ваша честь. Давай я начну. Добрый день. Действительно, как и сказал вот этот гражданин Давид Гургенович, мы праздновали банкет в его хваленом ресторане «Сиван». Нам обещали полный праздник под ключ. Вот у нас есть счет. Вы обещали нам хорошие закуски, хорошие основные блюда, десерты, алкоголь. И все это было? Да, алкоголь, украшения зала и услуги тамады. Угу. Все, мы это подписали, все, мы об этом узнали. Ровно за день, когда у меня невеста была уже в гостинице, к ней уже ехал парикмахер, стилист, мне вот звонит вот это вот лицо и говорит о том, что, к сожалению, у нас прорвало трубу в зале. Естественно, ну, мы начинаем паниковать, потому что свадьба как бы раз в жизни бывает, и думали, что делать, искали решение. Нам предложили перенести, в принципе, свадьбу. Естественно, этого быть не могло, потому что у нас и фотосессия, да, и ЗАГС. Куда ты перенесешь? Все было заказано. Вот сказали, что есть второй банкетный зал, где как раз-таки Боря праздновал свой тоже банкет со своей семьей. Нам предложили объединиться. Да, объединились. Хорошую скидку сделали. Да, скидку сделали. Вы согласились с условиями, которые вам предложил истец? Да, да. Но это устно было. Неважно. Дополнительно мы договаривались. Условия у нас приняты. Вы признаете, что вы на эти условия согласились? Да, к условиям. Так, дальше что было? Никаких. Ну что, мы сели слева, вторая семья справа, сидели, выпивали, ели, все было в порядке. У нас был тамада, вот. Второй был тамада тоже. Как его звали? Тигран. Тигран. Вазген, Тигран. Какие-то конкурсы проводились. То есть, ну, все было цивильно, мирно, все люди, все вроде как бы вошли в ситуацию. Кстати, вот этот Тигран, он был нашим тамадой. Да. И на него была сделана очень большая скидка в счет заведения от хозяина ресторана, от хозяина забегаловки. То есть на вашей свадьбе был тамада предоставлен истцом? Да, у меня был свой, у меня коллега мой. Я еще уверен, что это родственник, который еще и на нас заработал. Это не так важно. Расскажи, что там вообще произошло. Все это важно на самом деле. Ну давайте ближе к делу, что там с тамадой-то не так. То, что тамада через какое-то время, наш тамада и его родственник, как хотите, он предложил объединиться двум свадьбам и проводить совместные конкурсы. Мы со скрипом в душе. Ладно, разрешили, но через какое-то время Все начало выходить. Со скрипом, но разрешили. Сначала было все нормально, то есть там самый веселый свидетель был, кто кого перетанцует, ну, по стандарту, то есть ничего такого не было. Но когда он уже начал переходить все рамки и выбирать самую красивую невесту, вы уж, конечно, извините, но никто не будет этого терпеть. А еще и когда самую домовитую тещу или самую там хозяйственную свекровь, конечно, этого никто не стал терпеть. Вот, был конкурс на поедание на быстроту яблока. И я Боре проиграл, а ведущий это прокомментировал, типа, как там, каков едок, таков и мужичок. А у меня был Ленька, это мой свидетель, ну, бывший ВДВшник. Ленька, конечно, не выдержал и врезал вашему Тиграну. Да, я сам еле сдержался. Хорошо, врезал. Просто я ему денег уже заплатил. Да. Тигран, он прекрасный тамада, он 8 лет работает в моем ресторане. Да бездарнейший он тамада, бездарнейший. Знает, его весь город знает. И все кто его знает? У тебя на районе его знают? У него заказов, на сколько? Полгода вперед. Сколько? Три в месяц? И ты считаешь, что все это нормально? Все хотят, чтобы он проводил свадьбу. Так как он очень веселый. Ни одной рекомендации не было ради вашего Тиграна. Истец, истец. Но почему-то вы согласились на него. Потому что выбора не было. Истец. Скажите, вот вы считаете, это нормально, что тамада проводит конкурсы на выбор лучшей невесты? Ну это, да, наверное, ненормально. Признаю. Признаете. Хорошо, ответчики, продолжайте дальше, чтобы... Ну а что, там уже дальше началось... Ну через пару минут после этого конкурса все, там полное месиво. У меня... Друг на друга. И, кстати, то, что говорил хозяин ресторана, со стулом как раз бегал... Ваш тамада. Да, ваш тамада. Дверь, тамада. Конечно, он мне потом рассказывал. Вы видели его глаза, как он бешеный с этой табуреткой бегал и все крушил? Как вашу он избитый, посуду, он сейчас в больнице мебель. Лежит избитый. А я то есть здоровый сейчас здесь стою, да? Ну, ты вообще знаешь, что со мной было вообще? Ты вообще в курсах? Это, и это вы виноваты. То есть ответчики, вы подтверждаете, да, то, что да, началась драка. Гостями да. вашей свадьбы, да. вашей в итоге причинен ущерб по заведению истца. Да, это действительно это так, но это было не по нашей вине. Вы полицию вызывали после драки, во расскажи, время как драки? Ты нас успокоил. Вообще, как только пришел в ресторан, вот я увидел всю эту ужасную картину, там дралось человек 40, наверное. Они просто все крушили. Я снял шланг для пожарной, в общем, который работает от пожарки.
Ну и начал водой всех вытеснять на улицу. Просто там дралось большой... не 40, 39. Не 40, там. Один там дрался, там вода ваша. Да, я открыл шланг и просто всех напором воды вытеснул на улицу. Ну, потому что я хотел хоть что-то спасти. Там был полностью кавардак, все вот так было. Стулья, столы, двери, потому все валялось. Потому что нужно нормально гражданство на улице. В полицию не обращались, даже после установления суммы ущерба. Сразу суд в полицию не обращались. Так, что у вас там? Ваша честь, да, примите. Какие доказательства? Это счет, получается, договор. Это судмедэкспертиза и договор. Счет договора. Переломен. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Судмедэкспертиза по поводу чего? Перелома. А по поводу полученных вами травм, да? Ну это, извините, они сами виноваты. Да? Они сами там дрались, сами себе свинопадили. Ты знаешь, как это все было, Боль? Вы встречный иск о возмещении вреда здоровью заявляете? Ну, нет, сейчас пока нет. Пока не будем. По итогам возможно решения. Понятно. Так, это смета, да, на проведение банкета. Услуги тамады 10 тысяч рублей. А я еще им скидку сделал. Из-за зала. Это вообще никаких денег даже не стоит. Вы как свиньи. Свиньи? Да, конечно. Так, хорошо. Есть что-то добавить еще сторонам? Нет, у меня все, я просто... Суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. У нас все сотрудники обучены, когда... Они обучены, обучены у вас. Дети зарабатывают, а люди погибли. Смерть детей еще труднее пережить, если понимаешь, что виновные не понесли наказание. Возможно ли добиться справедливости? И поможет ли иск против туристической компании избежать новых жертв? И почему вообще я здесь должен находиться? Меня эти овощи не парят глубоко. Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственность. Вы не понимаете, что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. Картошка и морковка, кабачки и тыквы – для обеспеченных людей просто дешевые овощи. А для людей, живущих в деревне – вся жизнь. Кто победит в битве за урожай на спорной земле? Оглашается решение суда. Посмотрим. Суд, рассмотрев материалы дела, оценив все доказательства, собранные по делу в их совокупности, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил первоначальный иск удовлетворить. В смысле? Взыскать с каждого из ответчиков счет компенсации материального вреда по 75 тысяч рублей. Суд удовлетворяет первоначальный иск, поскольку в соответствии с заключенными договорами на проведение свадебных банкетов каждый из ответчиков, как заказчик банкета, обязался обеспечить сохранность имущества истца и по окончании банкета привести помещение кафе в надлежащий вид. Обязательства в соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации у нас должны исполняться надлежащим образом. И односторонний отказ от исполнения обязательств у нас не допускается. А как же клиент? Таким образом, каждый из ответчиков принял на себя материальную ответственность за сохранность имущества, принадлежащего кафе, на период проведения банкета. Во время проведения банкета и за прошедшие массовые драки имуществу истца был причинен ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей. Ущерб был причинен действиями гостей, привлеченных лиц с обеих сторон, поэтому суд взыскивает с каждого из заказчиков в пользу истца в счет возмещения ущерба по 75 тысяч рублей. Решение суда понятно в сторону? Да, спасибо. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворит. Я абсолютно согласен с решением суда. Я на 100% был уверен в том, что я выиграю. Все факты налицо, я предоставил документы. Парни устроили драку, их гости устроили драку, разбили мне много вещей в ресторане. Поэтому я абсолютно доволен процессом. Спасибо большое. Да, конечно, мы не согласны с решением суда. Мало того, что праздник был практически испорчен, так еще и денег мы теперь должны этому Давиду Гургеновичу. Я категорически против решения уважаемого суда. Мы будем обжаловать, мы будем обращаться в порядке регресса. Потому что вопрос должен быть решен. Решен. Мы считаем, что мы ни в чем не виноваты. Да. Судья Дмитрий Агрис.
В новом проекте «Зал суда. Битва за деньги». И вы, нарушив закон, отказались от заключения основного договора. Здесь открываются такие подробности. Я там увидел ответчицу, которая лежит на кровати в костюме красной шапочки. Пошел муж. В костюме дровосека? Здесь смех и слезы. Чтобы эту взять расписку, он пытал моего отца. Здесь делят деньги. Либо будете порядок судебного заседания соблюдать, либо пополнять бюджет государства. С понедельника по четверг в 13:10 на нашем телеканале. Истец требует возместить вред в связи с потерей кормильца и компенсировать моральный ущерб. Ответчик с иском не согласен, не признает своей ответственности за гибель сына истца. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кошелева Игоря Николаевича к обществу с ограниченной ответственностью «Вершина» о взыскании единовременной суммы в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца и компенсации морального ущерба в размере 4 миллионов рублей. Так, у нас представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «Вершина» по доверенности. Да? Да. Доверенность, пожалуйста, передайте через пристав. Да, пожалуйста. Угу. Истец, пожалуйста, обоснуйте свои исковые требования. Ваша честь, дело в том, что несколько месяцев назад у меня произошла... Даже не знаю, как сказать, огромная трагедия. Дело в том, что погиб мой сын и невестка. Дело в том, что мой сын решил поехать по туристической путевке от туристической компании ООО «Вершина» в горы, потому что он там никогда не был, но они в интернете нашли эту фирму, очень были теплые отзывы, и что мне особо хотелось подчеркнуть, там писалось, что 100% безопасность и очень-очень опытные проводники. Договор у вас есть? Передайте, пожалуйста, через пристав. Продолжите. Туристический маршрут начинался с 1 по 12 мая. Я с сыном был на связи. Первые 5 дней все прошло прекрасно. Был день экскурсии, день отдыха. Потому что они боялись, что им будет очень тяжело. Потом пришло сообщение, что должна произойти лавина. Но проводник сказал, что такие сообщения приходят каждый день, и если им верить, то в горы можно вообще не ходить. И он убедил их пойти по этому маршруту, потому что мой сын именно из-за этого маршрута поехал в эту, если так можно выразиться, экскурсию. Простите, истец, а вам-то эти обстоятельства откуда известны? Я общался с сыном по телефону по несколько раз в день. Вот они пошли в этот день в горы, и произошла трагедия, спустилась лавина. Погибли мой сын, невестка Наталья и сам проводник. Ваша честь, осталась внучка, Инночка, 16 лет. Я и моя супруга оформили над ней опеку. Вот справка об опеке. То есть вы выступаете сейчас в ее интересах? И в ее интересах также. Жена моя пенсионерка, получает 10 тысяч. Я еще, слава богу, работаю, но получаю всего 37 тысяч. То есть в общей сумме получается 47 800. Дело в том, что в 2017... А пособие на внучку по потере кормильцев? Да, тоже получаем, но там совсем немного. Где-то около 19 тысяч. Вот где-то вот так вот. Вот. Дело в том, что в 2017 году мой сын заключил договор о купле квартиры. Он платил каждый месяц по 90 тысяч. Вот есть, кстати, по этому поводу договор. Вот он. Свидетельство о пенсии, о зарплате, об опеке. Угу. Договор о долевом участии в строительстве квартиры. Квартиры, да. Однокомнатной квартиры. И оформил ипотечный договор, чтобы выплачивать стоимость этой квартиры. Совершенно верно. Квартира стоила 5 миллионов. Сын успел оплатить где-то 2/3, где-то приблизительно 2 500, плюс там проценты.
Но вот произошла такая трагедия. К сожалению, наших денег на дальнейшую оплату рассрочки квартиры никак не хватает, потому что, еще раз хочу повторить, он платил... ежемесячный платеж составляет? 90 тысяч. Короче, ваша честь, я прошу удовлетворить иск в размере 4 миллионов. 2 миллиона на оплату квартиры, 1 миллион на содержание внучки и 1 миллион морального ущерба, потому что... Уважаемый, у вас заявлен иск о компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей. То есть вы хотите за счет компенсации морального вреда покрыть все свои расходы. Совершенно верно. Да. Ваша позиция суду понятна. Ответчик, пожалуйста, вы с иском не согласны? Да, ваша честь, мы с иском не согласны, его не признаем. Мы, конечно, сочувствуем истцу, да, но вы простите, нести расходы, которые там за квартиру, за содержание внучки, наша компания не намерена. Ну, во-первых, наша компания, когда заключает договор, обязательно заключает и соглашение, то есть страховое. Значит, когда произошла трагедия у истца, страховая компания ему выплатила денежные средства, то есть страховку. Ну, это какие-никакие, но все-таки деньги. Ну, это первое. Погибшие были застрахованы? Да, застрахованы. Кто получил выплату? Я получил. Вы получили выплату. Сколько составила сумма? Где-то около 100 тысяч. Значит, потом, наша компания взяла все на себя расходы по спасательным работам. Также наша компания оплатила перевозку тел погибших с Донбая в Москву. Это тоже также оплатила наша компания. Подтверждающие документы имеются? Да, имеются. Через все пристава, пожалуйста, суду передайте. Угу, продолжайте. Так, ваша честь, потом наша компания ИСУ на погребение его родственников оплатила 100 тысяч рублей. Сам истец нам написал расписку собственноручно. Вот, она у меня тоже имеется, могу предоставить. Да, ее. Пожалуйста, передайте. Будьте через пристава. Истец, вы же не отрицаете, расписка что о чем? Расписка да. О чем? Да. А в получении денежных средств от компании 100 тысяч рублей. На погребение. На погребение, да. Угу. Поэтому мы не понимаем и считаем, что наша компания полностью все оплатила и выполнила все обязательства перед истцом. И не понимаем, почему мы должны еще за что-то платить. У меня еще есть свидетель, которого я прошу, чтобы вы его вызвали. Давайте допросим вашего свидетеля. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца в зал. Свидетель истца, войдите. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Сергеев Валерий Станиславович. Валерий Станиславович, вы приглашены в данное дело в качестве свидетеля для дачи показаний по делу. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренных статьями 306, 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность понятна? Да. Пожалуйста, что можете по делу показать? Вы кем являетесь, простите? Я знакомый Кошелевых погибших. Я 2 мая 2018 года, мы с женой приехали на эту турбазу Донбая, там познакомились с погибшими. С погибшими познакомились, да. На турбазе. Познакомились, мы вместе ходили в какие-то походы, вместе проводили время с ними вне походов, то есть на самой турбазе. И когда нам 5 мая пришли сообщения о опасности схода лавин, мы очень расстроились, потому что это был главный поход, вот 6-го он должен был пойти, ради него мы туда и приехали. Вот. Мы подошли к проводнику спросить, насколько опасно это предупреждение. На что он, смеясь и улыбаясь, нам сказал, что эти предупреждения тут чуть ли не каждый день. Вот. И что, вот. если бы они их слушали, то вообще бы никогда база не открылась. А погибшие что ответили? Ну, мы сначала выразили сомнение, но он показал нам оборудование. Он сказал, что все в порядке. Мы посовещались и решили, что... Ну, если нам профессионал говорит, плюс ко всему он сказал, что если вы заплатили деньги, то долг компании сходить, отвезти вас туда. То есть любой капель за ваши деньги, так сказать. Вы-то пошли? Я не пошел. К сожалению, 6 числа с утра у меня поднялась высокая температура. Я не смог идти, моя жена осталась со мной, а вот они пошли и погибли. Я теперь не успокоюсь, пока не добьюсь вот от них, чтобы они отвечали по полной строгости закона. Да, ваша честь, еще раз хочу подчеркнуть, гарантировал полную безопасность, и что у него огромный опыт, что его типа зовут Тигр Снегов, он проведет хоть к самому к черту. Ваша честь, вы знаете, у нас все сотрудники обучены, все профессионалы, и мы, когда есть они обучены, обучены у вас, свидетели, видимо, деньги зарабатывали. А люди погибли.
Все сотрудники у нас обучены, и если какие-либо происходят форс-мажорные обстоятельства, а сход лавины — это, как мы понимаем, форс-мажорные обстоятельства, всегда... Да какие форс-мажорные? Он же сам сказал, что каждый свидетель. Раз... Послушайте, дайте мне, пожалуйста, сказать. Всегда все проводники, как правило, предупреждают туристов, да, не ходить. Более того, мы не знаем вообще на самом деле, что там произошло. Потому что, может быть, заставили его пойти. Он нас убедил идти туда, потому что мы об этом надо... Узнаем, поэтому, свидетель, вы с температурой лежали? Я с температурой лежал. Вы присутствовали при разговоре проводника с погибшими? Я присутствовал при разговоре, когда 5 числа он нас уговаривал. Вот когда они пошли в горы, вы присутствовали? Нет. Поэтому, ваша честь, быть такого не может, что он их повел, когда сошла лавина. То есть я так предполагаю, что это была... Вы тоже не знаете, что там произошло, мы тоже не знаем, да, трудно судить. Что могло бы быть, что не могло бы быть. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И почему вообще я здесь должен находиться? Меня эти овощи не парят глубоко. Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственность. Вы не понимаете, что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. Квартиранты пользовались частным домом и землей 6 лет. Выращивали овощи, которыми питались всю зиму. Что делать, если посредине лета хозяйка продала дом? Как оценить труд и с кого получить стоимость урожая? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения сторон и показания свидетеля, решил в удовлетворении иска о возмещении материального ущерба в связи с потерей кормильца и компенсацией морального вреда отказать. Суд отказывает в удовлетворении иска по следующим основаниям. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию ответчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Между сыном истца и ответчиком был заключен договор на оказание туристических услуг, который включал прохождение сложных горных маршрутов, что подтверждается представленным договором. Ответчик фактически свои услуги оказал в полном объеме, однако в результате форс-мажорных обстоятельств сын истца погиб. Ответчик уведомил погибших о возможных рисках, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов, то есть исполнил обязанность в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации об основах туристской деятельности в Российской Федерации, о чем свидетельствует подпись в договоре. Турист должен соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. Данное правило также предусмотрено указанной правовой нормой. Погибшие были уведомлены о погодных условиях в горах, однако сами добровольно приняли решение пойти в горы. Никакого принуждения со стороны проводника не было. Данные обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Каких-либо доказательств, убедительных для суда, подтверждающих данные обстоятельства, сторонами не представлено. Поскольку отсутствует вина ответчика в смерти сына истца и жены, его супруги, поэтому ответчик не обязан возмещать расходы в связи с потерей кормильца и моральный вред. Я приношу вам соболезнования за потерю близких родственников, однако в данном случае закон есть закон. Решение суда понятно? Да, Ваша честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Знаете, я просто в шоке, не знаю, как буду смотреть в глаза своей внучки, потому что тех денег, что мы получаем, на воспитание ребенка не хватает. Я пойду выше, дойду до самого. Но дело так не оставлю. Мы удовлетворены решением судьи, согласно законодательству. Вот, и надеемся, что впредь нам не нужно будет больше сидеться с отцом. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работы. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас, называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск? Да. Я не согласен с этим.
Истец требует материальной компенсации за утраченный урожай. Ответчики иск не признают. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Дубининой Раисы Филипповны к ответчикам Зотову Арсению Михайловичу и Головиной Зинаиде Сергеевне. Иск заявлен о компенсации материального ущерба в размере 289 700 рублей. Пожалуйста, истец, поясните суду, в чем выражается материальный ущерб в такой значительной сумме. Ваша честь, дело в том, что вот эти нелюди оставляют нас просто на краю жизни. Оставим без зимой... выражения, это ответчики у нас. Мы можем зимой просто умереть с голоду. Дело в том, что мы 6 лет снимали дом. Мы приехали с Узбекистана, мы жители... вообще Российской Федерации, но вот в России сейчас оказались без жилья. В Воронеже мы снимали дом. И у нас изначально был с хозяйкой этого дома договор, что если она вздумает продавать этот дом, то она нам продаст. Подождите. Вы снимали дом у ответчицы, правильно? Ну да. По договору аренды. По договору аренды с земельным участком. Земельным 20 участком. Соток. Да, вот у нас есть кадастровые вот, документы, земельный участок. Вот есть договор. Договор. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Дело в том, что мы люди простые. И для нас жизнь, мы живем просто тем, что вырастим на огороде. Мы работали хорошо, не разгибая спины. Я, муж, у меня 2 дочки. У нас хорошие урожаи были. По 20, по 50 килограмм всего. И вот, как гром среди ясного неба, она говорит, я продаю дом, покупайте за 900 тысяч, а мы сроду таких денег, ваша честь, не видели. Дело в том, что вот у меня есть и газета, и такие дома стоят 400-500 тысяч, не больше, это бы мы насобирали у друзей, назанимали бы. То есть во время действия договора аренды ответчик решила дом продать, да. Правильно? Да. Предложила вам цену 900 тысяч рублей. Да. У вас таких денежных средств не было? Да. Соответственно, вы не смогли приобрести данный дом. Ну, мы просили хотя бы на месячок отодвинуть, чтобы это было в середине июля, что в августе-сентябре мы снимем вот этот урожай, который мы взрастили, заберем и уйдем. Нет, не эта Зинка сволочная, это не пошла, не они, мы умоляли на коленях, просили. Просили, пожалуйста, дайте нам собрать наш урожай. Нет, они нас выкинули, мы в сарае просто сейчас теперь живем, ютимся. А все равно они друзей приводят, наши огурчики, помидорчики лопают, вообще не думают о нашей жизни. А у нас, мои дочки, 2 деток. Ваша истец, честь, по-моему, истец, нашим истец, законом ответчик, не утверждено, я вас спрашиваю, сколько денег я могу взять спрашиваю. За это. То есть вы требуете возместить вам материальный ущерб за те посадки? Да, за те посадки, за наш труд, который мы несли. Мы, по крайней мере, сможем как-то снова это начать, снять жилье и как-то начать новую жизнь. И вот этот труд... В каком размере? Ответчик. Рублей, я правильно понял. Ответчик. В каком размере вам причинен материальный ущерб? 289, да, вот, пожалуйста, я просто, рублей. Чтобы четко вам все изъяснить, смотрите, мы собирали лук отборный, красивейший бур. Посмотрите, у меня есть фотографии, какие мы делали огороды, какие сады. Посмотрите, пожалуйста, лук отборный, вот, мы собирали по 100 килограмм. Они вырастили, вот насколько он ответчик. Отборный. Я штрафую вас на 1000 рублей за нарушение порядка судебного заседания. Успокойтесь, пожалуйста, воды принесите, пожалуйста, истцу. Успокойтесь, пожалуйста, истец. Кажется, это успокоится, если семья на улице и есть нечего. Правильно я вас понимаю, что после продажи дома, соответственно, земельного участка ответчикам, вам какой-либо срок был предоставлен для... Нас сразу выкинули. Сразу? Нас сразу выкинули, мы просили месяц отсрочки, собрать урожай. Дубинина врет прямо напропалую. Я ей предложила купить. Ответчик, первой. Я сейчас не ваш спрашиваю. Предложила купить, но потом пришли хозяева новые по факту и выкинули. За месяц которых раньше. Которых вы тоже просили, всего лишь месяц отсрочки. Какой вам, истец, какое истец. Отношение к вам мы вообще имеем? Отвечу. У нас документы на покупку дома. Вот, замечательно. Пожалуйста. А что вам мешало нашу забрать? Это наш урожай. Что значит ваша? Вот бумаги. Земля. Мы не продавали ваш вам огород урожай. Потрясающий. Дом. Нет, все теперь мое.
Он вам чинил препятствия в пользовании теми посадками, которые вы произвели на арендованном вами земельном участке? Конечно, он ворота закрыл и все выкинул. Мы только из-за ворот поглядываем, как они все мило все это поедают, пожирают. Где мы поедаем? Мы не касались даже вашего огорода несчастного. Истец, пожалуйста, передайте вот фотографии, расчет ваш, расчет ущерба. Да, вот фотографии, я расчеты вам все передам. И, Ваша честь, будьте любезны, я бы хотел понять вот в этом деле, какую роль я играю, какие претензии вот у этой женщины ко мне конкретно. А кто выселял-то истицу? Я ее не выселял, это дом мой. Бумаги все это подтверждают. Вот я купил дом, заплатил деньги. Дом ваш, урожай наш! Истец, да не нужен истец. Мне ваш урожай нафиг, вот забирайте, пожалуйста. Это не все! Что значит не все? Все, что были, собрали. Вот как выращиваете, так получается. Истец, истец, вы пока успокойтесь, мы пока допросим ответчика. Пожалуйста, ответчик. Вы являетесь новым собственником дома и земельного участка. Да, являюсь. Бумаги подтверждают это. Ситуация простая. У меня в соседнем доме живет знакомый, друг. Я к нему приезжаю недавно на выходных. Мне очень понравилась эта земля, мне понравился участок. Я прихожу к женщине, звоню в дверь, я спрашиваю: окей, скажите, вы продаете этот участок? Какую сумму готовы? Она говорит: 900 тысяч. Я вообще слова не сказал. Хорошо, не вопрос. Я рад, что я смогу жить рядом с другом. Я плачу ей 900 тысяч, получаю бумаги, спокойно заезжаю. Там а вы знали посадки. При заключении договора купли-продажи? Вы знали, что данный земельный участок сдан в аренду истцу? Понятия не имел. Это меня никаким образом не касается. Кто ну, что когда, там выращивал? Хорошо, когда вы приобрели и приехали на земельный участок, так. Вы... Там ничего не было, там вещей никаких не было. Где-то росли какие-то овощи. Меня это не касается. Как это какие-то мне овощи? Было сказ... 20 соток мне что, истец вам, что, и вы, мне... вы только сейчас узнали о требованиях, которые истец предъявляет? Да, разумеется. Что она к вам не обращалась? Я понятия... Это не было обращение. Каждое утро через забор перелазит несколько голов и начинаются вопли. Отдайте нам наши овощи, отдайте нам наш огород. Я понятия не имею, кто нет, эти люди вообще. Нет, а вообще, почему? Она же у меня снимала, не у него. Она снимала у меня 6 лет и платила 5000 всего месяц. Я вас не спрашиваю, сколько она вам платила. Вас это устраивало? Сумму назад, которую она мне заплатила за 6 лет. У вас договор это аренды что? Был заключен. Договор аренды? Вас это устраивало? Ну, за месяц я ее предупредила. Но договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. На каком основании да. Вот эта женщина предъявляет по претензии? Месяц. И почему вообще я здесь должен находиться? Меня эти овощи не парят глубоко. Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственность. Каким образом не умею? Я деньги заплатил. Иск вот предъявлен к вам. И вы на не понимаете, что, вы не понимаете что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. Так заключение сделки, оно меня не касалось. Почему сейчас мне это должно касаться, когда земля уже моя? Потому что надо было видеть и знать, что урожай что наш. Значит? Потому что законом предусмотрено ограничение даже права собственности. Каким вот образом? Перед тем, как покупать земельный участок, должны были выяснить, не обременен ли он другими обязательствами. Я получил землю. Я получил ее абсолютно законно. Я получил дом, который на этой земле находится. И в том числе вот этот огород. Я имею полные права на эту землю. Это ведь никто не оспаривает, правильно? Завтра я пригоняю строительную технику, всю эту огородную историю закатываю в асфальт и делаю там то, что я хочу, что считаю нужным. Что значит в асфальт? Я немедленно да? Покажу! Берите ее хоть меня, господи! Это мои труды! Адекватная. Нормальная. Господи. Изверг. Когда вы выяснили, что до покупки вами земельного участка данный земельный участок был обременен договором аренды с истцом, заключенным между истцом и бывшим собственником, почему нет, вы считаете, что если вы купили дом и земельный участок, то можете нарушать права и законные интересы других лиц? Я приезжаю конкретно. Я спрашиваю, могу я купить? Можешь. Да. Я говорю, здесь сейчас какой-то огород. Это люди... которые снимают. Я говорю, они какое-то право на это все имеют. Нет. Я их могу выселить в течение они недели. Они даже не прописаны все. Были что там. От меня еще требуется? Я даже посмотрел в этот договор, там сказано. Ответчик. В течение недели их выкидывают. Ответчик. Что ответчик? Консультации я вам давать не собираюсь. Я вам еще раз спрашиваю, почему вы правовыми основаниями не поинтересовались? Если участок, который вы приобрели, был до этого обременен договором аренды. Каким договором? О чем вы вообще говорите? Вот ну, этим договором договор аренды. Может быть расторгнут через сейчас. Через неделю. Неделю. В одностороннем порядке. Не может быть. Вы, нет, вы не может, может откройте, елки-палки его хоть. Штраф 1000 рублей. Ваша честь, потом она такие цены ставит на свои овощи. Вот я ценник взяла, сколько стоит. У нее 50, она пишет, рублей стоит картофель, а на самом деле 8. 15 рублей лук, а у нее 50.
Откуда такие цены? И потом вот работала... она подтверждает. Истец! Чем подтверждает? Да посмотрите на это, господи! Одна на вся 3 килограмма какой-то фигни! Зять пьяница. Я вас сейчас удалю из судебного заседания. Ну это безобразие. Вы сюда зачем пришли? Права свои отстаивать? Нет. Или поорать? О законе хотим. О законе? Да. Тогда не надо мне цены показывать из оптовых магазинов. А я хочу понять, какие ко мне претензии. А у меня есть и рыночные. Из решения суда поймете, какие к вам претензии. Из искового заявления надо было внимательно читать. Там все написано, какие к вам претензии. Ну, так это что вы причинили материальный вред истцу. Это шизофрения больного человека. Это чужой урожай, да. Это мое. Урожай. А земля мне, моя. Тоже... Земля ваша, урожай ваша мой. Честь. Да вы сказываете свои претензии кому хотите. Ваша вот кроме честь, меня. Вот, вот предыдущий вот собственник. Вот я пришла вот в суд за помощью. От вас защитить. А я-то тут при чем? Ответчик Зотов, удаляйтесь из зала судебного заседания. Пристав, помогите, пожалуйста, покинуть зал судебного заседания. Я не иду никуда. Я хочу дослушать, в чем будет претензия. Покиньте зал. Нет. Послушайте, я хочу дослушать, чем это кончится. Просто покиньте зал судебного заседания. Я не покидаю зал судебного заседания. На решение суда вас пригласят. Покиньте зал. Ко мне какие претензии? Урожай отдай. Какой урожай, когда в этом году град все у тебя побил? Там это ничего у вас уже побил, нет. А у нас Бог две крыши снесут. Так, истец. А тебе урожай на 300 тысяч. Значит, а всего заплатила в соответствии с вашим расчетом, вы утверждаете, что вам был причинен вред на сумму 289 тысяч 700 рублей. Угу. Вы настаиваете на удовлетворении требований. Требования определяете к обоим ответчикам, правильно? Да. И все-таки, вот как вы думаете, кто виноват в этой ситуации? Бывший собственник или новый собственник? Ну, они оба виноваты. Ну, конечно, больше бывший, потому что она могла бы не месяц подержать. Да. Но и они бы могли месяц подержать. Просто дать собрать нам урожай. И все, мы больше не требовали, мы не претендовали. Уж не... Давайте нас... умножим. Хотя изначально она обещала именно нам дом продать, понимаете? Она хорошо хочет вернуть те деньги, которые за 6 лет позиция не заплатила. Сторон суду понятна, суд удаляется в совещательную комнату. Прошу всех встать. Судья Дмитрий Агрис. В новом проекте «Зал суда. Битва за деньги». И вы, нарушив закон, отказались от заключения основного договора. Здесь открываются такие подробности. Я там увидел ответчицу, которая лежит на кровати в костюме красной шапочки. Пошел муж. В костюме дровосека? Здесь смех и слезы. Чтобы эту взять расписку, он пытал моего отца. Здесь делят деньги. Либо будете порядок судебного заседания соблюдать, либо пополнять бюджет государства. С понедельника по четверг в 13:10 на нашем телеканале. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил иск удовлетворить, взыскать с ответчика в пользу истицы в счет возмещения материального ущерба 289 тысяч 700 рублей. Суд взыскивает в пользу истца материальный ущерб с ответчика Зотова. По следующим основаниям. Суд не удовлетворяет исковые требования, предъявленные к бывшей собственнице жилого дома и земельного участка, поскольку все правоотношения между ней и истицей прекратились после продажи ответчиком дома и земельного участка. Данные правоотношения по фактическим договорам найма жилого помещения и аренде земельного участка перешли к новому собственнику данной недвижимости. Суд удовлетворяет требования о возмещении материального ущерба, связанного с потерей урожая, предъявленные к новому собственнику дома и земельного участка, поскольку на основании положений статей 617, 675 Гражданского кодекса Российской Федерации переход права собственности от одного лица к другому не влечет расторжения или изменения как договора найма жилого помещения, так и договора аренды земельного участка. Что, издеваетесь, что ли? Судом установлено, что со стороны нового собственника имело место грубое место нарушения прав и законных интересов истицы и членов ее семьи. Каких? Правилами части 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если срок аренды недвижимого имущества не определен сторонами, тогда каждый из сторон вправе отказаться от аренды недвижимого имущества, предупредив другую сторону за 3 месяца. Ответчик в нарушении установленного законом порядка в недельный срок после приобретения недвижимости выселил истицу и членов ее семьи из дома и воспрепятствовал дальнейшему пользованию ими земельным участком. Так земля моя! Данные действия ответчика
являются самоуправством, и он может быть за них привлечен к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в случае несущественного ущерба. А если причиненный ущерб является для потерпевшего лица существенным, тогда может наступить уголовная ответственность по статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также суд выносит постановление о привлечении ответчика Зотова к административной ответственности по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение требований судьи и назначает ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Штрафанули на 2000, мало? Также суд выносит постановление ответчика Зотова взять под стражу в зале суда. Какую стражу? Дело закрыто. Вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь? Стоп! То есть, вы меня 300 тысяч, за что? С меня 300, еще 2000, еще 100. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что у нас есть суд, где можно найти защиту на это бесправие, на это царствие денег. И можно прийти и вот так вот, теперь я спасена, и на эти деньги смогу начать снова жизнь, сделать снова огород. И я теперь знаю, что я перезимую. Нельзя было всю сумму вешать на нового владельца. Надо было дать десятую часть ей за семена. Остальное все она не заслужила. Ну и эти зять ее пропьет. Ничего у нее не останется. А эти деньги в добро и не пойдут. Как была нищей, голая и босая, так и останется. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала 5 лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе, идиоту, 170 тысяч не дам, решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разнимите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь только в кармане. Мне жить не на что. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале.